еще уважаемые другие школы и так далее, и университеты, институты. Я изучал русский язык в этом городе, институт иностранных языков. 4 года изучал русский и английский. Но в основном это русский первый язык, это уже русский язык. И еще, уважаемые, хотел вам сказать, когда все туристы приезжают к нам, особенно первый момент в Каире у всех туристов возникает один вопрос. Во-первых, когда мы бываем в бедных районах или на улицах, спрашивают, почему Каир не чистый город, на улицах много мусора и так далее, почему не убираете город, почему у вас субботников нету, почему так уже стало грязным. Где мы сейчас, это не считается очень грязным, потому что это считается, это не престижный, но это не бедный район. Здесь живут средние египтяне и тоже богатые египтяне живут здесь. Поэтому здесь немножко не грязно. Но грязь вы видите в бедных районах, на улицах, в Гизе и так далее. Туристы всегда спрашивают, почему так. Также туристы спрашивают, почему в Каире светофоров нету. Где светофоры? 25 миллионов, много машин, пробки всегда есть. А где светофоры? Так вопрос. Еще сколько бензин и солярка стоит, если так много машин в этом городе. Еще почему большинство домов, это в Гизе увидите, недостроенные, без окон, без крышки, без облицовки, без крыши, как будто там люди живут. И тогда посмотрите направо, на вот этот, уважаемый, это памятник неизвестного солдата. Памятник неизвестного солдата с той стороны, уважаемые, стреляли именно здесь нашего президента Мухаммед Анвар Садат. Садат стреляли здесь в этот день, пока он отмечает это с Днем Победы 6 октября, стреляли его прямо здесь. В 1982 году стреляли нашего бывшего президента, поэтому напротив этого с той стороны построили это памятник неизвестного солдата. Вот и здесь, уважаемые, вот туристы, так как вам сказал, ответим быстро на эти вопросы, пока мы доедем. Для вашей информации, как будет наша экскурсия, как идет наша программа. Рассказ для каждой остановки, это на своем месте. Там, например, в музее будет, увидим экспонаты, слушаем и посмотрим все. Тем более, уважаемые, в течение экскурсии, пока мы будем здесь в Каире, скоро нас встретят. Это там внутри музея. Это наш египтолог, это такие уважаемые законы. Все автобусы, которые приезжают из Шарма, их встретит другой этот египтолог, который работает только на пирамидах и в музей. Все объясняют и так далее, чтобы смогли, конечно, этот работать и так далее. Но так и это законы, значит, я с другим гидом и гидом.